Ладно, нужно идти. Ладно, пошли. Боже, эти... Они же выдерживают ядерный взрыв. Надо выбираться отсюда, пока тут все не рухнуло. Железобетон от ядерного взрыва? Да вы, ребята, оптимисты. Эй, вы ведь Картер? Здорово, что вы теперь с нами. Тренируетесь? Ага. А вы тут что-то тестируете? Не хотите устроить состязание? Можно попробовать. А как? Мишени будут высвечиваться по одной. А там, кто первый попадет. Поехали! Звучит несложно. Черт! 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 Мне свет в глаза бил. Да? Надо было кепку надеть. Ну давай еще раз. Черт! 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 Мне свет в глаза бил. Да, надо да. Надо было кепку надеть. У тебя иммунитет, что ли? Это еще что? Ох ты ж, ё! Как грибы быстро расти начали. Ага. А вы умеете оперативно работать? Вас понял. А я вот не понял. Такс. А, что-то мне кажется, вы необычные люди, ребята. Башня еще пересылает людей. Если мы поторопимся, скорее всего, успеем их спасти, пока... Воу-воу, начальник, полегче. Может, скажете, что происходит? Ученые разработали тест, чтобы выявлять шпионов. Проверяем всех на входе и выходе с базы. Этих в карантин. Нету здесь никаких шпионов, все ок. Генрих смог выделить отдельный приказ мозаики. Для людей это просто шум. Ну а для чужих... Нечто большее. Начинайте. Все необходимое есть. Бегите с этим к директору и передайте, что я буду в ангаре. Агент Картер, вы как раз вовремя. А, это я упражнение делаю, чтобы спина не болела. Составили нам маршрут? Да. Генри, что там у тебя? Эй, ты не Генри! Кто ты такой, черт возьми? Отойди отсюда! Я старший. А, так это ты застрял? Я думаю, что за прожекторы включаются и выключаются? Вам тут норм? Он вообще-то имущество ломает. Это стекло стоит больших денег. Сниму его с вашей зарплаты. Что за черт? Джонсон, что это? Погодите, электричества нет. Это я и сам вижу. Простите, что прерываю. Директор Фолк, вы нужны в лаборатории. Надеюсь, это важно, доктор. В высшей степени важно. Эфириал просыпается. Похоже, планы меняются. Давайте в лабораторию, Картер. Встретимся там. Да, сэр. Ура, бунт. Наконец-то хоть что-то интересное на базе происходит.
О, тут со светом все ок. Собственные генераторы, да? Везет. Ля, какой зловещий. Картер, что бы вы ни делали, прекратите. Сейчас же. Картер? Картер! Боже, да что... Привет, здесь только я. Положите, пожалуйста, оружие, не надо стрелять, я мирный. Стоп, стоп, стоп. Никто ничего не будет делать, пока я не скажу. Это прекрасно. Но только не для меня. Картер, не стоит, не надо. Картер, нет! Картер, нет. Ха, не думал, что получится. Сэр? Командир, что происходит? Что, гад, думал мне слабо? Да ладно тебе, Картер, ну все же нормально было. Нет, я освобожусь. Да ладно, успокойся, вместе мы всех пришельцев прогоним. Не бунтуй. Оставь меня. Ой, да ладно тебе, Картер, мы же отличная команда, ты посмотри, сколько мы проблем решили. Все, давай, вставай, хватит лежать. Иди работай. Я больше не выполняю приказов. Ни ваших, ни чьих-либо еще. Ну чё сразу приказы-то? Это просто дружеский совет. Что-то мне подсказывает, что рано или поздно ты снова засунешь меня обратно в бутылку. А у меня другой план. Я знаю, вы, суки, не дохнете в этой дряни, поэтому у меня к тебе предложение. Пошел вон из моей головы. И побыстрее. Иначе я взорву всех к чертовой матери. Лучше угробить нас всех к чертовой матери, чем быть твоей марионеткой. Интересно, а ты как считаешь? Ну, я думаю, мы скоро узнаем. Я думаю, что ты, Картер, немного чокнулся, ведь я лучшее, что было в тебе. Ну и фиг с тобой. Плохие новости! Картер сбежал! Картер, Картер, что ж тебе не имется-то? Я думал, что агенты следят за ним. А кто его выпустил? Послушайте! Кто-то из вас заражен эфириалом! Здесь никого нет! Твари. А что бы сделали вы, Картер? Убейте их! Всех чужих! Всех лунатиков! Уничтожьте всех и все, что подверглось заражению! Это геноцид! Я не могу. Картер, ты стал каким-то злым, когда я ушел. Это конец. Все. Я не позволю поработить человечество ни вам, ни им, никому. Ну твою ж дивизию, чё ж ты таким противным-то стал, а? Я долго не продержусь. Фолк, Уир, вы здесь? Мне очень нужна помощь. Ну и кто же это? Кого выберет всемогущий эфириал? Ёлы-палы, ты всех угробить, что ли, решил? Простите, Анжела, но чтобы все планы в XCOM работали нормально, мне нужен начальник XCOM. Анжела, это доктор Уир. Поработайте не отложкой, док. Поможете мне? Боюсь, я не разбираюсь в медицине. Фолка зажали у лаборатории. Ясно.
Картер на пути к вам. Теперь он за нас. По крайней мере, за вас. Удачи, доктор. И прошу вас, доведите это дело до конца. Картер сейчас малость чудит. Я бы не стал ему доверять. Я зачистил зону. Рядом с Релли вы в безопасности. Анжела, вы здесь? Нам нужна помощь. Черт, кто-нибудь, помогите нам! Директор? Я держу сектор. Идите, используйте телепорт. Ждите сигнал. Вот ж дебил. Со всех сагрил, а теперь помощи просит. Позвольте, я помогу. Пора сменить его мировоззрение. Чё, придурок? Тяжело без сверхспособностей. Совсем дебилом без меня стал. Я сделал все, что мог. Но их было так чертовски много. Так ты всех сюда сам и сагрил. Все ясно. Картер, ты полный... Получилось. Барьер исчезает. Я зайду через мгновение. Не думаю. По крайней мере, не с эфириалом. Так когда что угомонишься, а? Никуда вы не пойдете, док. Вы шутите? Мы же так близко подобрались к истоку. Вы представляете такую же опасность, как и он, так что вами придется пожертвовать. Картер, я не хочу вас убивать. Не вынуждайте меня. Я тоже не хочу вас убивать. Но убью. Вы не можете просто уйти. Я верну Картера под замок, если вы этого хотите. Вернись сюда! Да иди ты нафиг! Я желал вам добра. Ой-ой-ой, броневики пошли. Надо быстро взлом доделывать. Барьер снят. Начинаем интеграцию. Этого нельзя делать. Вы убьете всех нас. И подключиться. Цели уничтожены. Что было потом? Мы получили корабль, я и Эфириал. Мы чувствовали все, что творится в мозаике. Я мог общаться с каждым чужим, оставшимся на Земле. Благодаря мозаике я смог договориться с чужими. Я убедил их восстановить наш мир, а в обмен дал им свободу. Отличная свобода, братан!